Всем привет! Меня зовут Полина, и сегодня я расскажу, как делать флорео. Это движение, которое произошло из фламенко. И также мы посмотрим, как делать флорео в американском трайбл стиле и в трайбл фьюжн. Флорео – это движение, которое напоминает раскрывающийся и закрывающийся веер или цветок, является характерным для танца фламенко и показывает характер, силу танцора и его темперамент. Для того, чтобы делать движение кистями, так как здесь много разных мышц, мы сначала разогреем ручки. Локти параллельно полу, вкладываем пальчики в ладошку и надавливаем. Тянем, чувствуем, как работают все мышцы. Хорошо, поменяли. Теперь ручки опускаем вниз пальчиками и делаем то же самое. Локти по-прежнему остаются параллельно полу. Хорошо. Теперь скрещиваем пальчики и крутим ручками, как будто у нас шар внутри ладони. И в обратную сторону. Хорошо. Теперь ручки перед собой и ладошки развернули на стенки. Скрестили руки ладонями друг к другу и скрестили пальчики. Теперь выворачиваем ручки как можно дальше. У кого-то это будет здесь, у кого-то здесь, у кого-то тут. Все нормально. Главное, чтобы руки тянулись. Главное, чтобы вы чувствовали напряжение. Вернули ручки, поменяли, скрестили пальчики и вывернули. Тянем, чувствуем натяжение. Хорошо. Также мы можем каждый пальчик размять, так как делали вначале. Вкладывали все пальцы в руку, а теперь по одному. Один, второй, может хрустнуть, третий, четвертый. И обязательно большой пальчик тоже. Меняем. И локти остаются параллельно полу. Два, три, четыре и большой пальчик. Хорошо. И когда ручки у нас устанут, мы их просто встряхнем. Итак, во фламенко флорео делается очень ярко и темпераментно. Локти параллельно полу. Ручки на меня. Большие пальчики снизу. Мы захватываем что-то к себе. В кулачки зажимаем. И открываем ручки, и ладони оказываются друг напротив друга. Еще раз. Захватили и открыли. Еще раз. Ручки на меня, пальчики вниз. Захватили, собрали в кулаки и открыли ладони друг напротив друга. Из этого положения то же самое. К себе прокрутили в кулачки и открыли ладошки на меня. Еще раз, из положения ладони друг напротив друга. К себе, в кулачки и открыли на меня. Хорошо, еще раз. К себе, прокрутили, открыли. И соединяем. Раз и два. Из положения руки на меня. Прокрутили, открыли. Из положения ладошки друг напротив друга. К себе. И открыли. Раз, два, три, четыре. Если вы делаете все правильно, и ваши локти вверху, плечи внизу, ровная спинка, то вы уже чувствуете работу мышц. Вы чувствуете, что ручки уже согрелись и хорошо активизировались. По фламенко еще разрабатываются пальцы. Веер работает пальчиками. Мы закрываем пальцы от мизинца или от указательного и открываем. От мизинца или от указательного. Есть разные варианты исполнения. Например, закрыли с мизинца, открыли с указательного. С мизинца, с указательного. Или наоборот. С указательного, с указательного. С указательного, с мизинца. То есть много разных вариантов. В American Tribal стиле и в Tribal Fusion флорео делать немного проще, что не может не радовать. Но вы должны почувствовать само это движение, откуда оно пришло, чтобы понять, что оно очень характерное, темпераментное, и его нужно выполнять с долей напряжения в руках. Итак, флорео в American Tribal стиле. Локоть тоже высоко, и будет оно выглядеть вот таким образом. Как научиться этому? Мы вкладываем что-то в руку. Например, бокал или можно стопочку маленькую.
чтобы вы ассоциировали это с тем, что вам нужно вылить воду или алкоголь. Я это называю фабрика по уничтожению алкоголя. Сохранив локоть вверху, вы выливаете стакан. Но вы его хотите вылить аккуратно, не так, чтобы расплескать и вылить на гостей. Поэтому берем большим и средним пальчиком, вкладываем бокал и аккуратненько выливаем. Вылили, бокал стоит ровненько, перпендикулярно полу, забрали у себя бокал и возвращаем ладошку на место, но сохранив локоть. Смотрите, чтобы ваш локоть не упал. Держим локоть и возвращаем ручку на место. Рука снова готова принять новый бокал, чтобы снова его вылить. Итак, захватили, вылили, забрали и вернули ручку на место. И снова вложили, вылили, забрали и вернули ручку на место. И то же самое попробуем делать без бокала. Вылили воображаемый бокал, вернули ручку на место. Локтик, обращая ваше внимание, вверху. Вылили, вернули на место. И у нас есть первая часть флорео и вторая часть флорео. Первая часть флорео и вторая часть флорео. Теперь мы все это соединяем плавненько. Внутрь, наружу. Пальчики прямые, потому что у нас в танце обычно сагаты на руках. И мы не можем позволить себе соединять пальцы, потому что будет ненужный звук лишний. Поэтому пальчики немножко растопырены, и они прямые. Если ручка устала, пробуйте второй рукой. Внутрь, наружу. Вылили бокал, вернули ручку на место. Первая часть флорео, вторая часть флорео. И в American Tribal, где бы ни находились наши руки, вверху или в стороне, принцип тот же. Внутрь, наружу. Мы все время представляем этот бокал воображаемый и делаем флорео, состоящее из двух частей. Внутрь и наружу. Внутрь и наружу. Отлично. Теперь